Компания Одерон приветствует вас. К нам пришел шнек джендировский. 7 с чем-то в районе 8 метра. Вот, что здесь надо будет делать? Менять середину. Видимо, подваривали, дорабатывали. Вот его рвет. Видите, тут там все дело. Поэтому надо только менять середину тут. Так что делаем шнеки, также если кому-то надо и витки меняем, все дело, также и балансируется потом все это дело, чтобы было идеально, все работало. Так что тоже делаем импортный, отечественный, какие вам будут угодно. Так что звоните. А там сверло горит. Компания Одерон, там у нас мотор еще. Специально. Звоните.